Всем привет, с вами Фрост и Парниша, и мы продолжаем наше крысиное выживание, финальная серия. Наконец-то у Парниша более-менее нормальный скин, недостаточно накуренный, хотя по его зрачкам можно не так сразу и подумать, что он нормальный скин. Ладно, пойдем поставим сыр на место, опять напялил свой шлем. Я тебе для чего ставлю скин? Чтоб ты шлем надевал, ты? Да. То есть поставил факел, в самом деле, где мой? Ай, какого черта он здесь делает? Черт. Сырок. А. Надо поставить сыр. Сначала поставить сыр. А он на тебя согрелся. Нет, почему он меня перегрелся? Сыр, Петро, сыр, уйди. Сыр. Нет, там... Вау! Крипер красавец, молодец. Я вас люблю за это. Так, сыр. А я, кстати, сыр. Шикарно. Блин, как ног не хватает. Почему он уже был один? Какого черта? Чё, как мало сломал всего. Почти ничего не отлетело. Даже таблички не отлетели. Потому Крипер, ты уже не тот, я понимаю. Чего? Я успел его увести, а дома так и подальше. Эндер, я смотрю тебе в зраки. Зраки. Зраки, ладно, как пройдем. Раки. Нам ту комнатку, нет? Могёшь дверь закрыть? Конечно. Вот так. Ай, да? Молодец, научился. Ладно, идем завершать эту серию. Это же финальная серия. Это... Ай, тебя уже бомбят. Дверь, закрывай. Чего? Я говорю, тебя уже бомбят. Да? Меня а я бомбят. Не заметил. Я пока арбузик покушаю. Вот так вот. И все, ладно, бежим в нашу... Ой, я смотри, стена до сих пор горит, посмотри на нее, она совсем оборзела. Да лишь до нашего дома, кстати, не добралась, а то там будет бабах. Не бабах, но... Ну, это же финальная серия, мы должны сжечь здесь все. Например, видите, сколько у меня уже зажигалок? Это для того, чтобы можно было сделать вот так вот. Я забыл. Прощай, ковер, я тебя всегда ненавидел. Ладно, идем отсюда. Ну, блин, а ты не боишься все-таки до нашего дома доберется? Боюсь, но я надеюсь, мы успеем вернуться до того, как он сгорит. Так, хорошие сокращения здесь сделали, прям около цветка. Диванчик, спасибо, прожег стену. Мне жалко соседей, даже не соседей, мне жалко хозяев этого дома. Но что есть, то есть, диван у них больше нет. Мы, кстати, сожгем кровать, чья там комната была. Так, курицам. Какие ты наглые. Всем мы, курицам сжег ноги, только один остался наглые, целый. Да, все жгем. Чем? Да наглые, говорим, мы крысы все жгем, да жгем. Так правильно, вообще ничего не поймешь. Вот да. Я говорил, надо заводить кота, они зомби завели. Я говорил, зомби бесполезны, видишь, они мрут. Видишь, он еще и на тебя сагрился, а не на меня. Я его сбиваю, он на тебя сагрился. Что за неправильные зомби какие-то? Да? Там я приду к тебе. У меня ночной. Ночной крипер. Так, ты за кого? Ты против меня. Значит, ты против меня. Вот иди отсюда. Давай, до свидания. Так, полублок мне как раз пригодится. Это он мне как раз вовремя выпал. Блин, черт. Черт. Так, Петрович, это так, ты Петро, не за мной приехал? Да, это эй, хорошо. Да, Петро, ну ты же. И это хорошо. Это хороший Петро, понимаешь, он очень хороший Петрович такой. Я знаешь. Не понял, а ты на чем. А, вот, все. На булыгане. Все, нет, теперь все нормально. А у тебя не прогрузилось, ах ты. А, да, я подумал, что ты начал, короче, на воздухе. А, на воздухе. Ну ты что, могу, мне практикую полразик, можно на воздухе, это как обычно. Ой, кто-то там умирает. Может, не Петроль это? Не Петроль, не знаю. О, зомби. Она не успела. Не судьба. Только не в последней серии. Так, я пока полезу в эту шелуху. Вот который вот здесь вот стоит, я туда полезу, да. Так, это мне очень вот это вот не нравится, я уже понял, но я уже знаю все твои самые. Молодец, наученный, ну там же было два блока, ты мог бы один свободно скопать. Я просто проверяю, вдруг ты... А, черт, мне ж кирка сейчас сломается. Дурацкая кирка, так, провод, все, будильник больше не работает, кто-то опоздает на работу. Так, мне надо приберечь кирку для другого дельца, там я слышу, там есть Петровича. Может, поставить факела? Просто я даже не вижу. А, ну да, факела же, точно. А то будут там эти самые, ну ты понял. А-а-а, Петро, не надо, черт. Какой Петро, блин, сразу меня накинулся, ты видишь, какой наглый Петро. Я докопаюсь, нет от тебя. Я не знаю, за кого там копаешься. Вот он я. Вот так вот, а вот сыр-то мой, понимаешь, сырок-то мой. Да, бери, я мясо, все равно не хочу. Черт, мне сломалась кирка, так что, ой. Эй, баба. Я не хотел этого делать, так что не надо. Ну да. Ну мы все знаем, это было случайно. Это было случайно. Это мышка, а не я. Это мышка. Да мышка это, мышка. Мышка, крыса, понимаешь, крыса. Блин, я есть хочу. Да, Петрович, что ты здесь делаешь? Петро? А, у тебя опять твои яйца спавнят, да? Вообще-то это я его заспавнил. Ну я, конечно, подумал об этом, но он тут уже был. Опять у меня не прогружается. Ну уж я не знаю, что там у тебя не прогружается. Да ты помедленнее, ну я говорю, полегче же надо, да? Да, давай вот. Прорубай, а то у меня нет места. Ну отойди. Подожди.
Ну, отойди. Это мой как бы блок. Это не твой блок, понимаешь, нельзя. Я его строил, так что это мой как бы блок. Тебе показалось, понимаешь, так, что здесь? Я знаю, что здесь. Чё, чё ты хочешь вообще такое? Это рамки или что? Не знаю, неважно. Всё сжечь! Сжечь! Финальная серия, всё сжечь! Сжечь, все подлежит сжиганию. Не знаю, как так, мы отсюда потом слазить. Но скилами мы, короче, пользоваться уже не будем, да? Да, мы будем пользоваться зажигалкой, все по хардкору. Да куда ты опять лезешь-то, а? А куда мне надо? Ой. О, я выжил, у меня полсердца. Нет, я сейчас горю. Ну-ка, стоять. Блин, я тебя не вижу. Эй, ара. Я не хотел. Да мы все знаем, как ты не хотел. Я хотел настрелять в потолок, хотеть. Что на случай, если ты будешь его скапывать, на тебя упадет стрела, но ты... Ну как мне, блин, до тебя сейчас добираться? Уйди нафиг отсюда. Серьезно, отвали. Дайте лопаты по щечелу. Я серьезно. Слышь, здесь что-то уже перебор, все сгорает здесь. Так. О, сундук. Меч. Блин, че я отгорю? Стой. Какого, Петро? Скорость. Уйдите, я только что импортировался. Сила! Уйдите от меня, я ни черта у меня залагал. Зелье. Так, о, молодцы, они прям все на тебя согрелись, ты посмотри. Блин, ну как бы спасай бы меня. Я хороший учитель, я их обучил всему. Да и знаем, чем мы там, ты наобучал их. Так как, на тебя, говорится, чему же еще? Ты только плохому можешь. Хороший зомби. Почему я даже ударить не могу? Хороший. Ну тебе просто повезло, что я не в тебя попал на самом деле. Все, тихо, у меня тут за этого хватит все поджигать, у меня тут ладно. И это само поджигает, я не поджигаю. Так, все, убираем этот мусор отсюда, вообще выкидываем. Так, восстановление, ладно, ты не хочешь брать, ладно. Ах, нифига себе, как быстро все сгорает, быстрее лезем наверх. Нас уже, ты понимаешь, знаешь, что такое безысходность, да? Походу я знаю, что безысходность, я чуть не... Подо мной доска сгорела. Доска сгорела подо мной, вах, как сгорела, такая плохая доска. Черт, Петрович купается, Петрович, беги отсюда, спасайся, как кто мог. А, он в воде. В огне купается, где он там копает? В воде копается, да. Так, а что там было в сундуке? Там были зелья. Восстановление силы, скорости. Скорость я уже выиграл, поэтому я сильный и быстрый могу тебя ушатать с одного удара, понял? Так что не играй со мной, да? Дерзкий, да? Быстрый, дерзкий, сильный, как мерзкий. Не знаю, как кто. Мерзкий, да, мерзкий тот. О! Свет в конце коридора. А я... Так, я не понял, почему у меня так много досок? Я не знаю, накопал. Нет, здесь, в смысле, копаю, а вот все, вот. Вот ну, эй. Бабах, я угадал. Ты опять же, ты дара. Да я не знал, что ты там же вылезешь, но понимаешь, все в порядке, все в порядке. Да. Ну все в порядке. Ну не знал. Ну все в порядке. Я просто настрелил где-то, я же не знал, где ты появишься, понимаешь? Такая ситуация, так, это же рычаг, это включение света, почему-то он уже включен. Ладно, пускай будет. Чтобы был, чтобы не был. Ладно, пофиг. Все, сейчас все сгорит. Черт, здесь уже реально сейчас все сгорит, поэтому поможем этому процессу вот так вот. Тихо, вот так вот помогаем процессу. Так, надо быстрее спрыгнуть к Петру, а то я не хочу разбиваться. Я-то не выживу нифига. Ты-то выживешь, а я нет. Хотя, я думаю... О, Петро, хороший Петро. Тихо, Петро. Я вооружен и особо опасен. До зубов просто вооружен. Блин, тут уже горит все. Петро, не надо. Петро? Давай, в общем... Это самый же. Эй, Петрович! Петрович, не подходите ко мне! Не подходи ко мне, Петро! Сожгу! Сожгу! За Холокост устрою! Праздник сжигания пауков! Петрович! Нифига себе! Черт, у меня кирпиш. Они один на меня не напал. Нет, я горю! Поздравляю! Ладно, а, черт, я тоже горю! Я надеюсь, я выиграл. О, быстрее, у меня два сердца, быстрее, вода, но я вода, горю. Вода. Тихо, у меня где-то было зелье на восстановление, черт, у меня только на силу, я его не взял. О, я выиграл. Вода! Быстрее! Опа! Вот это скилл, вот это нифига себе. О, я ж сам себе удивляюсь! Все! Черт, я чуть не выпал. Я, наверное, все. Петрович, а где ты, кстати? Ты же здесь, Петрович, где-то купался. Так, скелет ушел отсюда, Буратино. Буратино, правда, костлявый. Там много нет, кстати, Петровича осталось. Там, не знаю. Ну я там много, в общем, заспаунил. Там было очень много, понимаешь, было ой, как много.
Ой, как много было, поэтому я... Валю отсюда, ай, быстрей, правда. Какого фига меня ты поджег, у меня и так не было хп. Я просто все поджигаю, понимаешь? Я все поджигаю, меня не остановить. У меня целый куб, у меня три зажигалки уже осталось. Так, все, жгем, колонки, колонки. Кстати, мы в это уже все закончили, нам осталось так всего лишь... Все, ай, черт, сжечь, все осталось все сжечь. И начнем мы с этой стены, например. Ну, подожгем стену, ну, полразика бывает. Подумаешь, соседи обидятся, что у них стена сгорела. Ну, бывает, с кем не бывает. Подумаешь, стена сгорела. Так, все, уходим. Уходим отсюда, уходим, уходим. Сенсей, это ты что? Ну, так, тихо, сенсей, 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 не подходи, не подходи, не подходи, не подходи, не подходи ко мне, не подходи ко мне. Я тебя боюсь. Ой, как боюсь. Хотя нет, я пошутил. Подходи, сколько угодно. У меня. Ай, на тебя тоже хватит зажигалки. Бежим отсюда, свалим, свалим отсюда, бежим, бежим, бежим. Потом посмотрим, что здесь осталось, что сгорит, что не сгорит. А, вон ты. Стой, ты далеко не бегай. Шкаф уже так немало, кстати, сгорел. Чего, я сгорел? Нет, я не сгорел. Шкаф, смотри, он уже. Майнкрафт горит, телевизор с Майнкрафтом горит. Нехорошо, это нехорошо, это плохой знак. Нехорошо. Черт, я уже две зажигалки стесал об этот проклятый шкаф. Мне осталось только две. Понимаешь, всю серьезную ситуацию. Недавно еще было три. Но когда поджигал этот шкаф, одна, у меня было три. Еще живая. Ладно, подождем этого курицу. Ничего, он все инвалиды, он здоровый. Здоровый курица, да? Да, ну это, конечно, само априори невозможно, но ладно, бывает. Ну нехорошо, я там вижу много зеленых сквозь непрогруженные текстуры. Вот этом, ну, не судьба, значит, ему выжить, это. Понимаешь? Не судьба, видно, не судьба, видно, сам сгорит. Ай-яй. Но опять только один полублок выйдет. Какие-то зеленые, слабенькие, пошли, ладно, отправляемся домой. О, не работает. Видишь, не работает. Не получилось меня сжечь. О, зеленый! О, нифига себе, вас тут бежим! Ух ты, вот тут ну кто? Так лагает, блин, тем более горит, это вообще. Тихо! Тихо, полегче. Я чуть пластинку не выбил. Черт, я чуть сам не выбился. Так, тихо. Аккуратненько, вот так вот. Полуразика зомби. Полуразика. Мы просто сожгем ваш дом. Все будет под контролем. Ну, под нашим, наверное. Или не под чьим. Полегче, все, убегаем. Убегаем отсюда. Убегаем. Нам здесь не рады, понимаешь? О, диван догорает. У меня 0 FPS. У меня 0 FPS. А, ну да, теперь просто отсюда свали, потому что ты уже... Ты не сможешь здесь жить, понимаешь? Я тут и так не можешь здесь жить, кстати, мне нормально слышно, это, а то как сейчас по-другому записываю. Я не могу. Че? Ты говорю, я и так говорю, тут, блин, лагаю. С огнем это вообще пипец. А, ну бывает. Ну, может телепортировать ко мне, убежал немного подальше. Интересно, как меня сейчас слышно? Просто я записываю сейчас с другим микрофоном и нежданчик через 3, 2, 1. Черт, я завис. Не такой нежданчик должен был быть. Ты ко мне телепортировался, я завис. Эра, кто меня поджег? Это ты меня поджег? Я завис. А кто меня тогда? Все, мы вернулись. Это был немного не тот нежданчик, который я хотел устроить. Так, нам тут уже ломятся всякие оборванцы. А, нифига себе, их тут очередь, а? Ты че, как за бесплатным бухлом? А я и вас тут... Серьезно, у нас даже подъезда нет, помогу. Они ломятся. Так, все, ты не смогешь дойти. Серьезно, вот что здесь как устроили это здесь, а? А, черт, они меня подожгли! Меня подожгли, тупые зомби! Зомби, оборзели, что ли? Ой, какие зомби, наглые. Я хотел устроить другой нежданчик через 3, 2, 1. Баба! Наверное, все, кто в наушниках жестко оглушил, поэтому я верну обратно. Черт, ты че? А, слизень был. Да я тебя спасаю. Да вот ты молодец, спас меня. Там еще их там маленькие. Спас. Маленьких. Кстати, сейчас было громко. Сейчас, да. Нормально. А почему ты меня немного не предупредил? Я же сказал, нежданчик через 3, 2, 1, бабах. Бабах. Ну ты должен был понять, что пора снимать наушники и бежать. Я могу тоже делать такой же нежданчик, надо? Но я думаю, у меня будет пожестче. Давай, я не в наушниках. Мне пофиг. Я с колонками. Ну, Пэт, убавься тоже, давай, сейчас звук, сейчас послушайся. Так, сейчас, где тут панель управления? Не надо! Не надо этого делать! Нет, не надо! Спасите меня! Не надо этого делать! Это даже с колонками страшно! Быстрее убегаем отсюда! Я сейчас запись отключу, не делай этого! Не мучай зрителей! Так, это было жестко, он мне включил найти. Один раз, я ж это самое просто. Микрофончик. Не трогай! Свой не сам. Трогай! Возьми бутылку опыта, не только не делай этого! Нет! Повыше полразика на 40 децибел. Ублюдок, а какой у тебя сток? У меня 30 было максимум на старом микрофоне, 30 было максимум. Палка Девилса ждет за 100 рублей. Ты меня слышишь? Да. Я себя не слышу. Ты завязывай! Слышишь? Завязывай! Приди в себя! Ну чего, как она? Зашибись. Может, сейчас у людей, кто чай пролил, кто пельмени на клавиатуру разлил. Я не знаю, у кого наушники взорвались, у кого уши, я не знаю. Что ты устроил-то, а?
Ну кого еще черт можешь взорваться? Сейчас в комментариях, я суп пролил, и кто-нибудь еще. Парниш мне клавиатуру должен, это обязательно напишет. Так что это не считается, может не писать. Да нет, ну вот видите, я сейчас уверен, там каждый, я не знаю, второй коммент только вот будет вот об этом. Да. Ну, чтобы вот просто, ну вот и вот панга, вот я прям вот уверен. Ну просто о чем мы уже сказали, то напишешь 100%. Просто понимаешь, всегда там что-нибудь скажешь, там почти всем комментарии будет только с одной. Мы поставили срок. Так, мы еще один скоро возьмем батарей. Черт, мы не найдем три сыра. Мы не найдем три сыра. А, черт, вот здесь еще должен быть сыр. Черт, я все спаунеры потратил. Ладно, мы не знаем, где 4 сыра, но мы сейчас ходим в батарею и сожгем ее, черт. А, нет. От поджигания слишком лагает, мы взорвем. Сейчас мы закончим и взорвем все. Ну, конечно, динамик будет взят из креатива. Погоди, погоди, стой. Только ты не поворачивайся. Ну. Ах ты, заметь, сенсей. Сенсей, я ж тебе хотел помочь. Да? Эй, чё, на меня что ли? Хороший сенсей. Хороший. Нам говорит, что мы профукали сыр, прям так жестко профукали сыр в батарее, поэтому мы сейчас пойдем и заберем его полностью. Я не знаю, конечно, как будет лучше. Если мы подождем батарею, или она, да, она позволяет себя поджечь. Ну как тебе кот, нравится твой? Первый твой кот. Ну ты кота жгёшь, ты. Черт. Он обошелся. Так, скелет, даже не думай. Даже не думай, понял? Вот я тебе говорил, не думай, а ты подумал. Ублюдок. Эй, не так быстро, мы еще должны туда залезть, успеть. Вообще, у меня остались только из нормального материала, только доски. Ты представляешь, что со мной будет, если они загорятся? Да, я так понимаю, даже не знаю. Ах ты, ублюдок. Вот так вот. Мне надо долезть и... А я и тут батарейка-то внутри. Ничего так, здесь горит. Здесь надо быстрее, так как в горящем доме, надо быстрее найти что-нибудь. Можно черт, не сгореть? Нет, здесь. А, черт, нет. Лезем выше, черт, нет, я горю. Я почти горю. Понимаешь, я почти там горю. Я горю. Я реально горю, черт. Нет, черт, потуши. Потому что все прогорело. Ну и реально ну, батарея будет быстро сгореть. Я лопатой потушу. А, вон ты, ну мне только топорик. Лучше песочек на меня кинь. А, черт, спасибо, потушил. Я уже, в принципе, не горел, но спасибо. Ты, сенсей, надеюсь, не ко мне идешь, да? Ты понимаешь всю сложность своей ситуации? Ты, ах, ты ублюдок. Горящая стрела упала. Вот тебе горящая стрела. Сейчас тебе такая горящая стрела упадет. Сейчас... Да, блин, а, ты вон они, все, я вижу. Повезло, что у меня вот лаги. Их там два, что ли? Крайне она в этом везет. Блин, не надо было нам батареи поджигать. Ладно, я убегаю от тебя. Уже и пол поджег. Ну, попробуй, беги. Интересно, у тебя это получится или как? Бабах. Петро, ну ты, ну... А я тут меня. Были спаунеры скелетов, ну ничего, я этих засранцев заверстучу, а черт, нет. Мне надо, вот, так, паркур или не паркур? Паркур или не паркур? Паркур! Черт, дурацкий паркур! А Петро, блин, я ж тебе не чини. Ладно, не паркур. Петро, уйди, я тебя подожгу. Попробуй. Падала. Я его подожг, он горит. Суров, как всегда. Черт, у меня кончились доски. Нет, он все еще горит. А, у меня ж был стак земли был. Не горючего материала, как между прочим, да? А у меня, кстати, почти самоль же золотые ботинки. Скелеты заспаунились, дурашлеп, и упали. Ай, да нет, Петро, нет, не надо, пожалуйста. Он меня чуть не скинул. Блин, еще Вася тут бомж. Ну, Вася, конечно, бомж. Я еще, короче, поджег. А, я этот, блин, поджег. Забыл, как эта штука называется. Ну, в общем, она и шерсти. Значит, будет нормально гореть. Все в порядке. Вот ты поджег. Ара. А чего? Чего тебе? Да чего тебе говорил? Мог? Я нашел железо. Хотя он нам нафиг не надо. Ладно, плевать, мы же сейчас все взорвем. Все взорвем. Зомби тебя тоже взорвем. Ну, так, ты, ну, я чуть не стрельнул тебе в нос, понимаешь? Я целился, как раз в зомби, тебе просто повезло. Вот потом побегать вопил. Чем меня скинул, а? Ты чем меня скинул, а? Ну, чтобы был. Я сейчас тоже сам спускаюсь. Тебе повезло. Да тихо, полегче. Все, мы сейчас будем взрывать всю карту. А нет, мы поставим сырок на место. На место поставим сырок должен быть на месте. Сырок. А, зомби. Ой, я тут. Все, зомби, все в порядке. А, мы бежим. Зомби тебя на спас, место. Я просто не попал. На место. Ладно, на место. Мы бежим на место. Скорее. Сейчас скорее, давай. Ах ты! Да ты под фонтаном стрел должен бежать. Я ж тебя мотивирую наоборот. Ты, да ты оборзел что ли? У меня лук сильнее твоего, ты понял? Так ты пес! Ладно, крипер тебе дал по заслугам. Я вообще ни черта не вижу. Ладно, я побегу. Бегу, бежать. Как олимпийский огонь, только олимпийский сыр. Ладно, крысиный сыр. Ой, это не надо, это лишнее.
Чёрт, да не лопатой же! Серьёзно. Серьёзно. Так, всё, здесь, где... Так, что это убрали? Понимаешь, что серьёзность своей ситуации, а? Я всё понимаю. Так, мы не забрали раз, два, три, четыре сыра. И это очень печально. К сожалению, это очень печально. Эй, бабах! Не ожидал? Эй, бабах, да ты че, быдло? Ладно, все, включаем креатив, идем бомбить. Будем все жестко бомбить. Кстати, как... А многие спрашивали, как я стал, как парниша ставить скины. Ты вообще как себе ставишь скины? Я могу, умею, практикую. Больше вам знать не надо. Да. На самом деле, вам больше знать не надо, потому что все скины ставлю я. Просто я меняю все текстурки. Поэтому парниша половину этих скинов не хочет у себя видеть, но у него просто нет выбора. Ну вот как-то так. Нет, я, конечно, там отказываюсь от самих вот... Ну, дебильных, можно сказать, скинов. Ну, пес был не дебильный, но ты не хотел его ставить. Да я о нем даже, ну, не знал. Ну, это же хороший пес. Ты очень подло поступил. Да это нормально было, идем, я буду взрывать кровать. Кстати, кто спрашивал, как я быстро летаю в креативе? Блин, просто зажимаю Ctrl. Ctrl зажимаешь, и будет тебе счастье. Сейчас, черт, финшуй-то будет долгий, понимаешь? А, я, в общем, дома побуду. Да как-то так ты дома. Кто будет помогать тебе взрывать? Что, с динамитом, это я вообще у меня там... Да как? Ты должен быть с ним на я, на ты, понимаешь? На это да самое. На я, на я, я. Я, я лагать буду от взрывов. Ну, полуразик-то можно и полагать, ты же. Вот это я буду с Фрапсом со своим тут лагать, это да. А то, что ты тут будешь, это вообще не отговорка. Ладно. Так, финшуй. Так, ладно, гей, моды один. Что это? Иконка Супермена, иконка, я не знаю, что это. Кто что здесь видит, мне интересно просто. Погоди, я сейчас погляжу, я только даже взлететь не могу, вот все. Вот, смотрим, что же это, ооо, эпик, но мало динамита, мало, а я тут спаунеров этих чешуиц, я думал, чем меня как бомбило здесь жестко-то, а? Вот в чем здесь секрет-то был, я, конечно, думал, что их здесь много, но не в такой же степени. Спаунер свинюшка, оказывается, да? Это просто не так выглядит, на самом деле здесь не свиньи, а здесь подлые чешуицы, которых я просто не вижу. Нет, там чешуицы это самый такой моб, который я больше всего ненавижу, потому что он мелкий и по нему тяжело попасть. Они прям раздражают, помню, как я случайно начал строить. Меня убил, да, еще меня, так, ну, случайно. Мы начали строить в креативе, ну, помнишь, мы строили копию своего дома и начали вместо обычного камня использовать камень с монстрами. Мы угорали над этим. Мы построили два этажа, и потом они начали вылупляться. Это был трындец какой-то просто. Ну, мы построили стены, то есть на высоту на два этажа, они начали вылупляться, и мы, наверное, не знаю, минут 30-40 просто били этих чешуиц, спавнили железных големов, всех такой фигней занимались, так всех не истребили. Все они как горели. Да. Но мы так и не достроили, я запорол просто немного мир. Ну да, там просто уже вместо того, чтобы я сделать 20 блоков земли для подвала, я сделал порядка, не знаю, в общем, там осталось 20 блоков вверх, то есть осталось 20 блоков вверх всего лишь. У нас, короче, убралось только два этажа, так мы не построили копию своего дома. А нет. Только там подвал. По-моему, можно было больше, там вроде не два этажа, кстати. Ну, три, может быть, я не помню. В общем, мы ограничились подвалом и подъездами. Остальное не хватило. Так, чешуица, как вы меня бесите, как я люблю его взрывать. Сейчас я вас просто ушатаю. Ублюдок! Проклятый скот, чтоб ты залагал. Да я и так помогаю. Спасибо мне за такое счастье. По делам тебе. Ладно, ладно, ну все, кровать мы уже взорвали, сейчас еще по феншую подушку взорвем. Вот так вот, как-то так, феншуй одобряет, все феншуй хорошо одобряет. Кстати, помнишь, что говорит феншуй? Ибо не пускай парнишу в свой феншуй, и все будет хорошо. Что, меня феншуй нельзя пускать? Да помнишь, ты все запоганил, вот феншуй, все бомбанул просто. Как я тебе, что я там запоганил, ну-ка. Да как, ааа, черт, дурацкие пластины. Да как-то вот ты, я начал строить, а ты мне бомбанул там все. Вот я же тебе говорю, вот не пускай парнишу в свой феншуй, все будет хорошего. Не будет. Воу. Ну, на самом деле, мы будем это все долго взрывать. Например, что мы взорвем? Мы взорвем часы. Часы, обязательно взорвем часы. Я ненавижу их тиканье по ночам. Хотя у меня нет таких часов. У меня цифровые стоят в комнате. Но если бы были, то все равно ненавидел, да, мы? Хе-хе, это да.
У меня в прихожей стоят такие часы, у меня кот. И баба. Один раз сел на холодильник, который стоит тоже рядом с часами, и пытался достать до часов, но у него он не мог. Он почти дотягивался, прям тянулся. Минут 40, наверное, сидел. А эти 40 минут сидел, ступлял, смотрел, кот дотянется, он и не дотянется. Но так и не решился прыгнуть. Если бы он прыгнул, трындец был бы этим часам, это 100%. То, что он бы точно бы оторвал. О, шкаф! Шкаф, иди сюда, петушок. Сейчас ты у меня гребешь. Так, феншуй. Феншуй. Операция феншуй начинается. К сожалению, здесь особо нечего взрывать, поэтому просто взорвем все подряд. В общем, давай взорву. Я просто не вижу, я лагаю, мне только надо. Смотри, какой крипер. Пытаюсь бомбануть. Вот так вот и все. Да нет, крипер! Нет! Но! Вот так вот. Нет! Скот, нет. Так, что мы нам вообще взорвать тогда? Ладно, шкаф. Со шкафа уже. О, книги. Ты любишь книги? Да, они тебя не любят. Понимаешь, книги тебя не любят. У вас это не взаимно. Понимаешь, что это? Ты осознаешь всю суть своей ситуации? А, бабах, давай, ты что устроил? Ах, ты упал, я хотел тебя бомбануть, черт. Да я так и не. Может, еще достанет, нет? Нет. Я, кстати, спущусь пониже и закопаюсь на всякий случай. Ну я же не такой подлый, как ты, я не буду тебя взрывать. Зато ты очень много раз меня скидывал. Что это? А, это миски, просто здесь почему-то... Мы же здесь ничего не поджигали. Батарея, как ты это сделала? Батарея, в чем твой секрет? В чем твой секрет, батарея? Так, вообще, что здесь было вообще такое, а? В чем твой секрет? О, кошачий толкан, взорвем кошачий толкан. Кошачью мочу. Помнишь, как ты в ней купался в кошачьей моче и копал кошачьи какашки? Я помню эту серию. Сюда. Тебе понравилось? Ну это кошачий толкан, вот это шерсть, это кошачий какашки, а вода это кошачья мача. Я помню, как ты мне купался и копал кошачий какашки. Говорю, что это такое? И что здесь делать шерсть еще? Сам-то в них ты что ли не был? Нет, я их тактично обходил. Ну в них ты как что закапывался, такой, что же это такое? Да нет, такого не было. Я помню, что ты в них закапывался. Иди посмотри серию, такого не было. Ну я еще даже удивился, что ты там в них сыр в этих какашках нашел. Че забрал? Нет, я в капсане нашел. Я в кошачьем наполнителе его нашел. Не важно. Помоги мне это самое это. Че ты делаешь? Пес! Воу. А кошачья моча не утекла. Вот и вот ты действительно кошачью мочу хрен выведешь. Свой-то дом будем взрывать, а не как? Крысину, ну, ладно, жалко, свое не будем взрывать. Мы взрываем вроде все свое-то. Свое-то не взрываем, хотя можно было бы. Хотя прошлый раз в мире бутылки мы все взорвали. Просто все к чертой бабушке взорвали. Мы свой там раз взорвали? Да. Ты что, забыл? У нас было заделано. А, да что ты делаешь? Что ты творишь? Что ты делаешь? Вот говорю, не пускай парнишу свой феншу. Я специально заминировал здесь все. Ну что такое? Ну даже не до конца. Я все взорвал, вроде все так и должно быть. Все вот здесь, вот видишь, динамит. Так, где наши сыровни-то? Сыровню на это самое уже. Вот, сыров взорвали. Да чё, дурацкий динамит, он все равно не хочет нормально взрываться. Там нет, спрут. Все в порядке. Все взорвал. Сырок! Так мы не продегустировали. Ну ладно. Ладно, я об этом не особо грущу. Ладно, пойдем взорвем другую комнату. Че здесь начало? О, скелет, смотри, какой скелет. Действительно, здесь прикольный скелет был. Уже был. Уже не будет. Понимаешь, уже его нету. Ну тебе отомстит. Да ладно, его отомстит он. Я бы сказал, кому он отомстит, но не смогет. Вот так вот. Оп, сейчас все будет, сейчас будет эпик! Или нет? Ну, похоже. Эпик мы стену или пробили. Эпик. Ну, вот тебе не кажется, что мы совсем уж борзые крысы, мы просто еще и разгромили весь дом. Представляешь, как на какой ремонт они попали? На капитальный просто. Капиталить им придется квартиру. Да они весь дом, наверное, бы ремонтировали. Не так называли бы комнату. Это да. Так, я везде. Помоги мне заполнить раковину. Кстати, здесь железо. Помоги мне заполнить раковину, сейчас. Уже заранее висит, да? Он уже заранее, реально. А, вот все тихо. Эй, бабах, что ты делаешь? Да просто бабах, полуразик. Ну, полуразик-то можно? И что ты вот всю мою эту самую-то? Ну все, бабах, раковина! Раковина! Воу, эпик! Что ты творишь? Так честно, подло. Это нормально. Ты мне отключал. Я завис вот из-за тебя. Я тоже завис. Все разнесло. Черт, я немного подлагиваю. Мне это не нравится. Черт. ФПС это. Ох, вы зомби, уже понабежали. Я думал, мы здесь единственные крысы, которые в стенах живут. Еще зомби живут, оказывается. Вот так вот теперь вот вам. Да черт, чтоб тебе пусто было, ладно. Вот так вот. Все.
Следующий на очереди толкан! Толкан, толкан, толкан. Будем толкать толкан. Иди сюда. О, мы здесь что-то немного поднагадили, смотри, мы здесь много булыжников наваляли. Да ты везде гадишь. Да это ты булыжник здесь свой ставил. Да подожди, Сэм, можно. Хватит уже взрывать все раньше времени. Я хотел только сказать одно. Скажи нет бактериям под бочком. Так что все, под ботком больше не будет бактерий. Мы их взорвем, вот так с ними надо бороться, понимаешь? Другого выхода нет. Ооо, эпик. Бомбанул. Да, крипер, унитазный крипер взорвался. Унитазный, сундук. Бачок. Бачок, бачок, бачок. Да, бачок, смотри. Смотри, он почти не изменил форму, только стал водяной. Водяной унитаз. Я думаю, хозяевам комнаты понравится. Так, душевую кабинку там нечего взрывать, взорвем ванну. Они офигеют, только когда вернутся, да? Чё тут вставало? Кстати, а ты погляди на воду, она похожа на очертание унитаза. Я только что сказал, между прочим. Да? Да. А когда это ты сказал? Какой бык? Во-во-во, легче не надо. Я бык, ты бык. Ну, чтобы было просто, понимаешь? Ладно, ванну взрывать нет, тут нечего. Что у нас сейчас стало взрывать? По-моему, мы уже все взорвали, тут мы все сожгли, там мы все взорвали. Так, ну здесь можно, кажется, еще камин взорвать. Можно, да. Камин определенно можно взорвать. О! Да, здесь все сгорело. К черту и бабушке просто все сгорело. Да? Ты еще здесь? Ты еще с нами? Да. Да, о, зато будильник. Смотри, будильник вообще просто неубиваемый. Хотя я ему провода порвал. О, паук сгорел. Был, кстати, красивый паук, но он сгорел. К сожалению, он сгорел. Так, деревня. Целая деревня. Как ты обычно в первую очередь деревня погибает? Ну-ка. Надо это исправить. Деревню надо в первую очередь бомбить вообще. Ни в какие ворота просто. Ты вроде сказал, что сундук нет. А? Мне писали. Что-то тут сундук какой-то есть. Мы, в общем, сказали, ее очень плохо исследовали. Ну, не знаю. Ну, да погоди, давай поищем. Нормально же исследовали, но что здесь еще исследовать-то? Все посмотрели, всю сундук есть. Да знаешь, они постоянно пишут, где там сундук, заходишь туда, а там нет ни черта, понимаешь? Постоянно такое... Там копай глубже надо было, а там все равно ничего нету. Еще чем-нибудь такое начинается. Кто-то просто пишет, чтобы. Ну, чтобы было просто. Ну, чтобы написать. Есть кто-то, да, есть кто-то правильно пишет, есть кто-то неправильно. Ну ладно, мы просто сейчас взорвем. И, может быть, увидим, было там, может быть, чем-нибудь или нет. Вдруг сейчас. Кстати, мы были в этой рельсовой шахте. Да, она по кругу просто идет. Сейчас гору заминируем, сейчас все здесь заминируем просто. Опа. Подожди, где ты нашел сыр? Как-то? То есть мы не нашли три сыра уже. Где ты? Блин, погоди, мне надо выключить креатив. Ты где? Ага, я тебя вижу. Так, вообще, как что там делать на самом деле вообще? То есть в горе в этой что-то есть, то есть в этой горе что-то было. А, все-таки здесь что-то надо было ходить. Ладно, Петро, гляди, что у меня есть. Так, сыр, ну ладно, мы нашли теперь только три сыра. Ты уж не обессудь. Эй, бабах, дай я его соберу. Собирай. Ну ты можешь уберешься вот это вот. Да я просто я сейчас тебе. Выключу креатив. Да ладно это тебе, самое. Чей. Чайка, да, куда все мы понимаем, что это безысходность, понимаешь? Сейчас просто все бомбанем и все к черту и бабушке. Поэтому мы теперь не нашли только три сыра, я не знаю, где они были. Мы, конечно, мы не все уж, конечно, так подробно исследуем, потому что не всегда есть время, не всегда на записи это замечаешь, потому что отвлекаешься на другие вещи. Ну, вы, наверное, знаете, где это лежит, поэтому можете сказать, можете не говорить. Да, там все такие умные, они все на самом деле знают, да? Да, кстати, так алмазов в глобусе не было. Ну, вообще, наверное, это в новой карте, потому что нам кто-то писал, что мы играем... На старой версии этой карты, ну да ладно, мы уже ее прошли, пришли на выживание. Надо ее уже эпично завершить, взорвать эту проклятую деревню. Ну и вот скажите мне, на что это похоже? Это похоже на, ну на завершение карты это похоже, поэтому это будет, наверное, финальный взрыв. Где-то давай, ты поджигай дом, я поджигаю деревню, взрываю, что куда попадем. Я опять завис, опять. У меня безысходность, у меня тут... А хотя нет. Пошел процесс, давай. Куда ты полетел-то? Я с тобой не управляю. Эпик, деревня разлетается, домик. На домик пошло, на дом. Работает, смотри, как работает. Все, дом разлетелся. Жалюзи пойдут. Нет, черт, ты жалюзи плохо заминировал, они как-то... Да я полразика там просто нарехал и ушел. Нагадил, так сказать, да? Да я маленько. Сейчас пойдут жалюзи. Ну черт, жалюзи проклятый, давай, бабах. Все, жалюзи тоже будут, бабах. Деревня, не знаю, деревня дурацкая вообще, без носатых. Бабах. Какая деревня? Деревня не деревня, если там нет носатых. Да проклятый, я говорю, ты плохо здесь нарюхал, цепочка вообще не работает. Я полразика. Да не работает все равно, понимаешь? Не работает. Ты можешь старый полразик и будь, и целый разик, что тебе? Давай, ну, да, говорит, дурацкая у тебя здесь лестница вообще не работает. Ну ни черта не работает, видишь? Не работает, понимаешь? Вот как у нас бывшая классная училка говорит, на...
интерактивной доской фейлилась, факом по ней тыкает и говорит, ну не работает, и так потом пошло. Ну не работает, вообще ничего не работает после этого. Вообще ничего не работает, все подходят к этой доске потом. Все, наверное, подходили, говорят, ну не работает, и все. А, вот оно как, да? Тогда нефиг факом тыкать по доске, она и не будет работать. Логично. Да. Золотые слова. Ладно, не работает, то динамит, все, не хочет работать вообще. Так, а я его, дурацкий, блин, он падает. Притон здесь. Так, все, разбомбили притон, тут деревенский без носатых, вообще какой-то нехороший здесь был. Ну ладно, это можно заканчивать. Там был просто и парниша, подписывайся, комментируйте. Всем удачи, всем пока, до встречи в следующем, не знаю, как цикле выживания, в следующей серии по выживанию. Может быть, даже мы будем, не знаю, выживать, на сборке, наверное, доиграть, будем, поживать, кстати, на, да? Сборке. Как, кто там знает, как там поживает мод Азер 2? То он уже нормально, на нем можно играть? Играбельный он теперь или как? Или до сих пор баганый весь? Я жду все, когда же он наконец-то станет нормальным. Хочу нормальный мод. Нормальный, чтобы можно было играть. Нормальный. Вах, какой нормальный. Чтобы он не лагал, чтобы можно было просто играть и особо не запариваться, что там что-нибудь заглючит или все, что-нибудь такое. Так что напишите в комментариях, как он там сейчас поживает, потому что я хочу с ним уже давно поиграть, а он все баганый и баганый, играть с ним просто невозможно. Постоянно чем-нибудь довиснет, чем-нибудь да не работает. Пишет, мол, давай сам ищи. Забанили, что ли, в гугле, тебе так напишет, а ты видишь. Не, так ни разу еще не писали. Ну, я знаю, ну, просто по-любому напишет. Я, конечно, сам посмотрю, но вдруг кто-то знает лучше. И напишет. Да, ну ладно, всем пока. Там все да, всем пока. Обойдемся без ватханалии, расстреливаем друг друга из лука. Или не обойдемся. Хотя ладно, серия уже и так длинная, пока мы тут все взорвали, обойдемся. Если вот не было бы... Кстати, я нашел какую-то... Что это такое? Это глазок. Это выходная дверь, и там... А, ты ее сжег, всю! Ты сжег, я разобью глазок, там бандиты! А там я Воля. Думал, и там Петрович. Там Петрович. Ладно, все. О, хотел бы видеть лицо хозяев этой квартиры, когда они придут и узнают, что ты сделал всего лишь две крысы. Что они недооценивают нашу мощь. Подумаешь, скажешь, две крысы завелось, ну ничего, мы кота потом привезем. А тут уже привозить-то некуда, все сгорело. Все взорвали, вот такие вот крысы пошли, обнаглевшие. О, смотри, а, черт, зомби падает, смотри, я еще не завершил. Зомби откуда-то десантировался, горящий зомби пытался упасть. Но, видать, не удалось. Ну, хотел, наверное, скорее умереть только, так сказать, самоубийством. Пытался, но не удалось. Не удалось. Неудачник зомби. Но ты ему помог ведь, нет? Ну, он сам сгорел. Так, Петро? Блин, ну, больно, что ли? Да, Петро норм. Да, ему норм, он зомби, он уже так труп. Так было бы более безболезненно, более гуманно. Интересно, что скажут хозяева, когда видишь, что двери-то и нету уже, и квартиры-то уже и нету. А там, мне кажется, уже дома не будет. Слушай, тебе не кажется, нам пора уже убегать отсюда, понимаешь? Крысы должны первым бежать с там тонущего корабля и с горящей квартиры. Поэтому мы сваливаем отсюда. Петро, привет, чё как, мы будем жить с вами. Мы ваши новые соседи. Вы рады? Я вижу, что вы рады. Вы рады новым соседям. Ты только не поджигай. Да как? Я уже.